Господь вчера, сегодня и во веки тот же. И не изменяется Он никогда. Как велика, друзья, к нам милость Божья, над нами Его сильная рука. Есть ли что трудное для Господа, скажите? Нет ничего. Господь наш всемогущ. С любой проблемой вы к Нему спешите, и Он поможет вам. Он так могущ. Нет, не утяжелело Его ухо, чтобы слышать, чтоб миловать, спасать. Скорее всего, что-то у нас со слухом, не можем голос Божий распознать. К Тебе Он обращается сегодня. Я тот же, слышишь меня? Я Твой Бог. Вы мой народ, наследие Господне, взывайте же ко мне, чтоб я помог. Я тот же Бог, который Аврааму в глубокой старости ребенка подарил. Израиль из Египта вывел станом, и из рабства чудно их освободил. Я их провел по морю, как по суше. Я воду, ману, мясо им давал. В пустыне, где нет ничего, послушай, я на руках носил их, охранял. Одежда не рвалась и не ветшала, и обувь 40 лет была годна. Где солнце землю зноем иссушало, там и скалы, у них вода текла. Я солнце заставлял стоять на месте, я глыбами, как градом, усыпал врагов Израиля. Народ мой, верьте, я стены Иерихона разрушал. К ним волны не прикоснулись даже, я их разрушил сильной рукой. Ты все еще не веришь, ну что скажешь, я Бог Израиля, и я Бог твой. А помнишь, как я помогал Давиду, как великана юноша сразил одним лишь камнем? Где же взял он силу? Давид мне доверял, меня любил. Я повелел, чтоб вороны кормили пророка Илью. Был голод на земле. Прожорливые птицы приносили ему и хлеб, и мясо. Веришь мне? Ты разве не читал? Разве не знаешь, как я вдову сирепскую кормил? А ты все еще мне не доверяешь и думаешь, что я тебя забыл. Ведь у нее была лишь капля масла и маленькая горсточка муки. Надеяться на жизнь было напрасно, но чудо не кончались они. Я Илии посылал огонь с неба, пожравший жертву, жертвенник и ров, наполненный водой. Да ты там не был, на это я свершил, Бог Саваот. Помнишь, в Сидрах, Месах и Авиднего я сохранил их огненной печи. Огонь не опалил их, даже запах свой не оставил, хоть убиты палачи. Я Даниила сохранил от львов голодных, я пащи этим хищникам закрыл. Да, и животные, как видишь, мне покорны, ведь это я их, слышишь, сотворил. Я проглотить киту велел Иону, а после выплюнуть его сказал. Моим природа повинуется законам, всему, что дышит, я дыханье дал. А помнишь ли, как укрутил я буру, как от любой болезни исцелял? Подвластны мне стихии, ветры, море. Я даже мертвых, помнишь, воскрешал. Я из 5 хлебов и 2 ребишек мог накормить 5000 человек. Помимо женщин и детей, мне возможно. Я тот же Бог, ваш 21 век. Ты знаешь, твоей жизни б не хватило, чтоб перечислить все мои дела, которые рука моя свершила. Я твой Господь, защита и скала. А разве случаев и в вашей жизни мало, когда я вам навстречу выходил? Так почему же веры вас не стало? О, сколько милости я вам явил! Ты помнишь, как я нежно постучался в сердце твое в тот самый первый раз? Как плакал ты предо мною, сокрушался, как мы беседовали в поздний час? Как сердце твою радость наполняло, ты растворялся весь в присутствии моем. Рука моя тебя благословляла, о, неужели ты забыл о том? А сколько раз ты не мог встать с постели, прикованный к ней тихо слезы лил. Боль сильная была в душе и в теле. Кто поднимал тебя? Кто исцелил? Я много раз хранил тебя о смерти. Если б не я, то где б ты был сейчас?
Я Бог живой, я рядом, о, поверьте, я умер и воскрес лишь ради вас. Я ваш Господь, нет, я не изменился, вы изменились, перестали доверять. Я жду, чтобы ко мне ты обратился, чтоб мои руки мог ты все отдать. Ну что ты плачешь, почему стенаешь, но разве нету у тебя меня? Так почему ты мне не доверяешь, сын, дочь, как сильно я люблю тебя? Есть ли что трудное для Господа, скажите? Нет, ничего. Поверьте, ничего. Доверьтесь же Ему, все расскажите. Он Бог живой, и все в руках Его. Он непременно выйдет к вам навстречу, какая бы проблема ни была. Он слышит ночью, днем, в обед и вечер. Он совершит великие дела. Аминь.